Welcome, welcome, welcome. Это видео будет посвящено Акали, вольной убийце. Раньше она, правда, называлась Кулак Тени. Ну, видимо, вместе с реворком теряют и свою кликуху. Чемпионы Лиги Легенд. Покинув Орден Кинку, Акали отказался от учения Шена. А, кстати, это продолжение ее же истории, потому что совсем недавно я читал ее историю, в которой было сказано, что она была в Ордене Кинку и служила вместе с Шеном и Кенаном и спасала Валоран от всяких наемных убийц, ну, будучи сама наемным убийцей. А тут и видно продолжение истории, добавлено учение. Шена создала свой собственный стиль. Она больше не сражается с врагами на короткой дистанции, шинкуя их лезвием кам. Теперь ионийская вольная убийца использует тактику наскок и отход. Ну, это хит-н-ран тактика. Ну что ж, ребят, да, действительно, произошел у нас уже реворк этого чемпиона. Это будет сейчас на ПБЕ, но мы на ПБЕ не пойдем. Мы просто почитаем с вами описание ее заклинаний и сделаем какие-то небольшие выводы. Ну что ж, пассивочка ее. Давайте посмотрим маленький видосик. В этом видосике нам показывают, что ее пассивочка — это что-то накладывающееся на врага. Давайте почитаем. Называется она метка убийцы. Если любое умение, которое наносит врагу, после этого появляется вокруг круг. Пока круг формируется, скорость передвижения Акали по направлению к нему увеличивается. Пересекая границы круга, Акали снова ускоряется, если передвигается по направлению к врагу. Это пересечение границы круга также получает эффект усиленной камы. Усиленная кама, кама — это оружие Акали, следовательно, дополнительный урон к следующим используем каму. А каму вы можете использовать либо на ешке, либо на кушке, насколько я понимаю. А нет, это шурикен, то есть это только кушка, да, получается. Это шурикены. Акали бросает перед собой 5 кунаев. О. То есть это к автоатаке, только к автоатаке относится. Кроме того, эта атака становится, восстанавливает ей немного энергии. Вот она, автоатака, видите, дополнительный урон нанесящийся. Хорошо, давайте к кушечке перейдем. Пятиточечный удар. Акали бросает перед собой 5 кунаев, нанося ближайшему врагу урон. Замедляет цель на дальней дистанции области поражения. Это вот в этом кружке, ну не кружке, а в этом квадратике таком, она дает замедление. А так она задевает даже и переднюю цель, я так понимаю. Да, пролетает он сквозь маленького мопца и тоже его замедлять не будет, но урон нанесет. А вот замедление только на талоны здесь накинулось. Запас энергии будет восстанавливаться, если будет близка энергия к максимуму. Ага, будет запас здоровья восстанавливаться, если энергия была почти на максимум. Это интересно, на пятом уровне заклинания этого, если мы его вкачаем, наносим дополнительный урон по миньонам и монстрам, чтобы линию хорошо очищать. Интересненько. Давайте перейдем сразу на Ешку. W пока не будем рассматривать. Ешка — это шурикен, которую Акали бросает, но она делает обратное сальто во время броска, таким образом нанося первому врагу урон, помечая его. Шурикен может быть помечен, поместить можно в дымовую завесу, вот в эту ее W. Акали может еще раз активировать шурикен, и тогда она совершит рывок на помеченную цель, нанося урон всем врагам на пути. То есть она пометила цель, делает прыжочек, и сразу же автоатака срабатывает. Это очень хорошо работает, если вы дали автоатаку перед этим по врагу, после этого дать Ешку отскочить назад и одновременно с этим нажать еще раз, вернуться в этот же ваш и дополнительную пассивку урон нанести. Довольно прикольно выглядит пока все. Давайте к W перейдем. W — это, ребят, покров сумерок, который позволяет Акали пропасть с карты. Здесь так и будет честно написано. Находясь в дымовой завесе, Акали скрывается. Скрывает себя от взора врагов, увеличивая свою скорость передвижения. Под действием этой скрытности Акали становится невидимой. Противники могут узнать ее местоположение, но на ее невидимость это не повлияет. Ничто, точно так же и вышки, не могут ее раскрыть, а враги не могут выбрать ее в качестве цели для умения или атак. Но скиллшоты, которые вы просто кидаете заклинания мимо игрока,
вы будете иногда по ней попадать, если, ну, будете знать, где она находится. Я так понимаю, ее нельзя красным тринкетом просветить, пинкварт на нее не работает, и вышки ее тоже не видят. То есть она полностью скрыта, когда находится в этом бублике. Давайте называть это бублик, потому что так оно и есть. Накали может несколько раз покинуть домовую завесу, немного увеличивая скорость передвижения и продолжительность покрова сумерек. Интересно, то есть она может выходить и заходить в него. Ну и W, получается, можно классно комбинировать как инициативное заклинание, то есть ты даешь W, чтобы дать автоатаку с пассивкой, потом дать Ешку и кушечку усиленную, это интересно. Ну и давайте R посмотрим, идеальное убийство. Акали совершает до двух рывков с небольшой задержкой между ними. Первый прыжок наносит физический урон и ненадолго оглушает цель. А второй наносит магический урон в зависимости от недостающего здоровья цели. То есть это финишный урон получается в основном. Если раньше Эрка была это основная сила Акали и приближается и убиваешь ты только благодаря этому, все остальные заклинания это просто накидывание пассивок и защита Акали, то теперь это основной финишный дэмэдж, а главный урон получается у нас висит на автоатаке Ешки и Кушки в комбинации их. Давайте посмотрим, как это выглядит. Акали прыгает вперед, после чего может прыгнуть еще раз, только уже по процентному урону поработав. И когда она прыгает вперед первый раз, она наносит оглушение, правда ненадолго. Тут даже, кстати, не нарисовано, что было оглушение. Давайте посмотрим немножко на геймплей. Правда, он не особо тут будет интересно. Я уже смотрел это. Накали прыгнула через эрку по талону, застанев его. И потом через вторую эрку свою с автоатакой кушкой убила игрока. Потом кушку дала по эко, ушла в тень. Вышка перестала ее видеть. И Дариус помог, добил чемпиона. Ну, что могу вам сказать? Тут, кстати, еще есть советы, которые, в общем-то, ну, приходят на ум сразу же. Акали, есть три варианта использования ее кушки. Это применять ее только на высоком уровне энергии, чтобы постоянно лечить себя на линии. Использовать умение с низкой перезарядкой два раза подряд. Это если ты собрал КДР, и чтобы кушку можно было два раза кидать. Я так понимаю, она очень дорого будет стоить, ее кушка. Нам нет пока показателей энергии. Ну, я думаю, на ПБ это уже скоро появится. Так что, возможно, те, кто смотрит это видео в записи... Ну, они, очевидно, смотрят его в записи, я же его только в записи и выложу. Так вот, вы, наверное, уже даже знаете цифры. Я пока этого еще не знаю. Единственные данные, которые есть, это вот эти у нас с вами. Максимальный урон, нанося при этом полностью истощив свой запас энергии. Перемежать использование Q пассивным умением, нанося дополнительный урон усиленной камой. Но я не совсем понимаю, как будет работать вот эта вот пассивка. Это на любое заклинание. Давайте еще раз почитаем. Если у меня на сторону чемпион, вокруг него появляется круг. Это бла-бла-бла. Бла-бла-бла. Дополнительные следующие автоатаки. Кроме того, эта атака будет восстанавливать и здоровье. Ой, будет восстанавливать и энергию. Нет, это только на атаку. То есть кушка сама по себе это просто замедление и накидывание пассивки. После чего вы можете отойти назад уже при помощи вашей Ешки. Вернуться к врагу. Дать ему еще раз автоатаку. Накинуть еще раз пассивку. Прыгнуть на эрке через него. Отбежать в сторону. Скинуть снова пассивку. Ворваться на него еще раз на эрке. Довольно интересно. И вот единственное, тут нету в ролике, как W работает. Я просто видел уже, как это будет происходить. Вы можете вашу Ешку кинуть вот сюда, убежать куда хотите и потом, нажав еще раз Ешку, вернуться в эту точку. Ну, именно в этот же туман войны, который будет его сдерживать, ну, пока он будет держаться. Потому что вы же вышли, зашли, и вы, я так понимаю, продлеваете длительность этого тумана таким вот образом. Интересно, довольно. Механика, мое мнение, ребят, что чемпион точно зайдет. Не только потому, что стильненько все получилось. Можете посмотреть, какие красивые здесь анимационные комбинации у нас теперь есть на Акали. Посмотрите на вот эту вот. Вот это просто шикарно. Такая кровавая красавица. Футбольный стиль. Медсестра та самая. Слушайте, это отсылочка. Это реально отсылочка. Кто не знает, к чему это отсылочка, я вам напомню. Был фильм «Кошмар на улице Вязов». По-моему, это третья часть «Воины сна» она называется. И там главный герой Фредди Крюгер. Ну, я считаю, что он главный герой. Убивал одного из пациентов клиники.
душевнобольных они, по-моему, и были эти в клинике, ребята, лежали. И он в костюме медсестры к нему пришел. И перед тем, как он его убивал, он именно вот такую же позу сделал. И тоже пальцем показал, что не надо кричать, это бессмысленно. Но там был этот двойной юмор, ребят, как и здесь двойной юмор, видите? Перемотано... рот у человека, он не может ничего сказать. А тот человек, который был в том сне, он сам изначально был немым мальчиком, поэтому он не мог вообще ничего сказать. Слушайте, это реально отсылочка, красиво Рио это сделали. Ну и наверняка тут еще куча разных отсылок, просто я не всю культуру могу сказать. Это, например, тоже на какую-то аниме-игру или, может быть, фильм даже похож моментик. А, это перерисовка, кстати, старая Акали. Немножко лицо ей здесь перерисовали, а так оставили то же самое, что и было. Ну, и это оставили, как и было, по той простой причине, что здесь куча других еще чемпионов рядом. И Риоты не могли спеш-арт этот весь менять. Но зато у него татуха новая. Кстати говоря, старую татуху я вам не смогу сейчас показать. Хотя почему не смогу? Смогу еще как. У меня здесь все открыто, все подготовлено на моей странице ВК. Вот она, старая татуха, как выглядела. И вот теперь как выглядит эта татуха. Ну что ж, могу сказать одно. Акали реворк будет гораздо лучше, чем Атрокс. Во-первых, ее никто сейчас не играет. Чемпион не популярный. Риоты хоть идут вроде как по алфавиту Атрокс Акали, видите. Но в реальности реворк был ожидаемый, и мы его ждем уже, по сути, почти полтора года, если не два. Они объявили о нем еще давным-давно. Но другое дело то, что он произошел очень неожиданно. Не неожиданно, это связано с тем, что вот как раз парень с ником Профессор Акали, это американский блогер, ну или западный блогер, я не буду в его национальность лезть, случайно выложил видео на Ютубе о том, как он реворкнутую Акали отыграл уже и делает какие-то подсказки по тому, как можно в этом геймплее порубиться за нее. И сегодня вот пришлось Риву там в экстренном порядке все это выложить в интернет самим, чтобы всю популярность... Один ролик себе не забрал. Вот такие дела, ребят. Так что, если у вас есть какие-то скрытые ролики, о которых мы еще с вами не знаем, но Риоты об этом знают, будьте аккуратны, а то Риоты у вас заберут всю славу. Ну, а я хочу сказать спасибо тем, кто посмотрел этот ролик. Музыка на заднем плане должна играть у меня из Тенчу. Я вот так задумывал, что поставлю. И надеюсь, она вам тоже понравилась. Всем пока, всем счастливо. Увидимся.